Сейчас я, пользуясь случаем, хочу представить вам следующую нашу певицу. Я рада за нее, потому что это наша певица. Компания студия SDN. И именно на нашем проекте «Голос Евразии Агент» это не секрет, она завоевала, она стала дипломатом и обладателем сертификата путешествия по Турции. Сейчас я хочу представить певицу, чьи струны, чьи ноты просто покоряют вас с первой строчки. Песня очень хорошая, песня знаменитая «Мой ласковый и нежный зверь». Вы знаете, я бы хотела, пользуясь случаем, пригласить, вот есть у нас красивая пара, я знаю, что есть, чтобы тоже поддержали, и поскольку это красивый будет вальс, то, я думаю, есть желающие поддержать нашу певицу. Давайте поприветствуем Антирана Асфальва!